Такие маленькие спортсмены, а уже столь отточенные движения. Ева и Полина из пермской школы «Олимп» занимаются всего 2 года, но стараются девчонки изо всех сил. Пока старшая девочка из пары волнуется за номер, мысли малышки Евы заняты своим костюмом. Он такого яркого цвета, весь в блестках. А расскажи, нравится вообще в паре выступать? Это интересно? Да. А что в этом интересно? Что прикольно? Там дают тебе какие-то упражнения, и это очень увлекает. Тренер заставляет худеть. Ну, после 6, например, не едим всякого сладкого. А вот более опытные спортсмены. Со всеми трюками 12-летний Влад с легкостью справляется вместе со своим напарником. Хоть в спорте он уже 8 лет, но переживает перед каждым выступлением до сих пор. Перед выступлением страшно, очень волнуешься, думаешь, сколько баллов будет. А как справляешься с переживанием во время выступления? Пытаюсь его как-то убрать, ну, вовнутрь. Думаю, только хорошее. На соревнованиях сразились между собой всего 2 города и 4 спортивные школы из Березняков и Перми. Всего почти 300 участников. То есть все участники делают 3 упражнения по 1 упражнению в день. Сегодня делал балансовое упражнение, завтра темповое и в воскресенье комбинированное. У нас вообще существует 5 видов акробатики. Это то есть женские пары, 2 девочки, мужские пары, смешанные пары, вот где мальчик с девочкой, женские группы, это 3 девочки, и мужские группы, 4 мальчика. Пока ребята волнуются перед выступлениями, их родители наблюдают за ними с балкона и снимают выступления на телефон. А вот суровая судейская коллегия внимательно следит за выступлениями спортсменов, ведь победители первенства отправят от нашего края на Приволжский федеральный округ. Кристина Придеина, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья.